Велосипед прогулочного уровня. Его характер покладист и спокоен. Ничего выразительного или особенного для любителей прокатиться на высокой скорости нет. Но есть для тех, кто любит проводить время со своей семьей. Кататься по паркам в городе с небольшой скоростью и не надрываясь. Прямо скажем, велосипед для комфортной езды. Тут играет роль подпружиненный подседельный штырь. Вынос с опцией регулировки, удлиненная форма рулевого стакана. Передач 24, ни много ни мало. Удобное, широкое и мягкое седло. Вес велосипеда не маленький, 15 килограмм, дисковые механические тормоза и в целом вполне неплохая модель за свои деньги.